ведем наблюдение за ЦТП-1, ЦТП-2. Машинист Иван Иванов – тот человек, от которого зависит температура в домах краснотуранцев. Отмечает, работы прибавилось. Сейчас, когда котельная только начала свою работу, необходимо отслеживать огромное количество самых различных показателей, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Непосредственно ведем здесь наблюдение за режимом работы котлов и режимом работы теплообменников, подаваемой температуры на потребителя. Регулируем в соответствии с графиком, с уличным графиком, с уличной температурой нагрузку котлов. Либо снижаем при потеплении, либо наоборот. Запуск котельной, хоть и в тестовом режиме, событие долгожданное, как для самих энергетиков, так и для жителей. Ее строили с 2012 года. Объект обошелся бюджету края в 500 миллионов рублей. Старая котельная находится в аварийном состоянии. Она снабжала краснотуранцев теплом более 40 лет. Впрочем, разрушать ее не стали, только законсервировали. В случае экстремальных ситуаций объект могут вернуть в строй в течение 12 часов. Все-таки в надежности новой котельной специалистам еще только предстоит убедиться. Тестирование проводят при разных температурном режиме. То есть начинали в декабре, было минус 5, в настоящее время минус 34. И нам вот именно в этот момент тестирование и производится, чтобы нам узнать, как работает оборудование, в каком темпе подается в режиме, подается тепло населению. Сами краснотуранцы ждали запуска не без тревоги. И действительно, в первые дни работы котельной температура в квартирах опустилась примерно на 5 градусов ниже нормы. Но в кратчайшие сроки ситуацию удалось исправить. При переходе со старой котельной на новую котельную был какой-то промежуток, что стало попрохладнее. Но сейчас все отладили, все хорошо. Намного стало даже теплее при новой котельной. Поэтому держу даже вот форточки открытыми и двери на балкон, что сильно уже как бы жарко. Котельная оснащена новым германским оборудованием. Ее сердце – три современных котла. Для их работы в отопительный сезон потребуется 10 тысяч тонн угля. Это на 2 тысячи тонн меньше, чем раньше. Краснотуранск является уже современным поселком. И достаточное количество домов у нас двухэтажных и многоэтажных. Поэтому около 80% населения пользуются данными услугами. Кроме этого, вся бюджетная сфера, учреждения находятся также на центральном отоплении. Мощность новой котельной 22 мегаватта. Это в полтора раза больше, чем могла вырабатывать прежняя. Благодаря этому смогут подключить к центральному отоплению еще несколько новых микрорайонов. Артем Ахальников, Станислав Беркий. Новости.